Уважаемые жители Новочебоксарска, работники Химпрома и ветераны производства, поздравляю вас с днем рождения города. 57 лет назад энтузиасты, люди со всех уголков России, съехались сюда на всероссийскую стройку. В ноябре 60-го года в чистом поле был вбит первый колышек. С этого момента и началась неразрывная связь истории Химпрома и Новочебоксарска. Поэтому день рождения города – это наш общий праздник. Немало сил и труда приложили ветераны в становлении завода, строительство города, веруя в светлое будущее, заботясь о потомках. И мы, последующие поколения, должны не уронить их честь, равняясь на них и продолжая их дело. Желаю еще совсем молодому, но идущему в ногу со временем, стремительно развивающемуся городу Новочебоксарску дальнейшего процветания и благоустройства, а вам, его жителям, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, жить, принося благо любимому городу.